Доброе утро. Сегодня на территории Республики Саха-Якутия действует 49 пожаров с учетом зоны контроля. Из них 11 охраняемой зоны. Это у нас Осьмайский, Щеропчинский, Вилюйский, Амгинский, Хангалайский, Намский, Улусы. Локализовано на сегодняшний день 4 пожара. Это у нас в Черепчинском, Усьмайском, Хангалайском, Намских районах. И ликвидировано тоже 4 пожара. Это 2 в Жиганском районе, Усьмайском и 1 в Хангалайском районе. Всего задействовано 304 человека в тушении пожара и 308 единиц тяжелой техники. На сегодняшний день идет передислокация сил и средств. Воздушное судно задействовано 3. На сегодняшний день в Вилюйском районе заброшено 19 тонн воды вчера в пожаре село Кубенде Вилюйского района. Оно находится более 5 километров от населенного пункта. Задействовано 72 человека, 6 единиц техники. Прошло именно по расширению мелиоративной зоны 14 километров пройдено. 2 пожарных автомашины и 21 человек аэромобильной группы сегодня прибудут. На месте находятся 2 пожарных автомашин и службы авиалесохраны, Якутлесресурса и пожарной службы, те, которые задействованы совместно с местными жителями в тушении лесного пожара. Экономике и населенным пунктам на сегодняшний день угрозы нет со стороны лесных пожаров.